Привет, меня зовут Алина, и сегодня я расскажу маленькие радости в твоей жизни. Я надеюсь, вы найдете себя в этих фразах. Чихнуть 3 раза или больше раз подряд. Ощущать, что в книжке, которая тебе очень понравилась, осталось еще много непрочитанных страниц. СМС-ка, которую ты ждал. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это всего лишь сон. Встретить рассвет, ведь так часто мы не замечаем его. Найти заначку, про которую уже забыл. Надеть то, что ты только что купил. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени, и снова лечь спать. Снова и снова слушать песню, которая тебе недавно понравилась. Давайте продолжим видео. Покрыться мурашками от услышанной музыки. Снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА. Сесть или лечь на диван после дня на ногах. Плакать от смеха. Катиться на машине, слушая любимую музыку, особенно ночью или очень рано утром. Ощущать, что ты самый счастливый человек во Вселенной, ведь это так прекрасно. И таких моментов еще очень-очень много. Цените жизнь свою, цените себя.